Ленточка, ножницы. Аплодисменты! Есть компании, которые заботятся о своих людях. Потому что механизмы, они мертвы без людей, без профессионалов своего дела. Люди – это наше главное богатство. И ради людей и реализуются социальные проекты. Ради людей строятся дома. Посмотрите, динамика. За последние 10 лет компания построила почти 1500 квартир для 6000 работающих. То есть каждая четвертая семья живет в новой квартире. В это вложено почти 1 миллиард рублей. Посмотрите, как действует компания дальше. Следующий этап в корпоративной жилищной программе уже заложен дом в Северном микрорайоне. Еще более 400 квартир, еще миллиард рублей вкладывает компания. Еще раз хочу вас поздравить и поблагодарить руководство области и города, потому что благодаря их помощи наши социальные и производственные проекты идут хорошо, быстро, без задержки. И как вот Олег Александрович сказал, мы заложили сейчас новый 400-квартирный дом. Я уверен, что эта программа будет продолжаться. Она будет постоянно, потому что для компании «Фосагро» нет разделения от производственной программы и социальной. И на первом месте у компании люди, их благосостояние. А человек, который уверен в завтрашнем дне и живет достойно, он и на производстве работает качественно и хорошо. Поэтому с праздником вас! Мы ждали как бы этой квартиры, как бы на очереди стояли, что 10% мы платим, носим, но зато мы сразу же въезжаем в квартиру, мы сразу можем уже жить. Возможности, да, есть. Ну, вот я работаю, я не считаю, что так много, 7-й год я работаю, но тем не менее, я дождалась, сбылась моя мечта.